Всем привет! Сегодня мой корабль Sentinel. На нем уже 9 зарубочек. Какой у него классный дизайн. Смотрите, сзади он похож на спортивную тачку. Вот такой у меня будет фит. Стоит 2 смоловых нейтрика. МВД, батарейка, диск, сеточка, аптечка, репочка, ну и, конечно же, резисты. В карго всегда возим батареечки. Ну и из дамага у нас, к сожалению, только дроны, но этого будет достаточно, потому что наша цель хилиться не сможет. А цели будут абсолютно любые, Т-1, Т-2, фрегаты и дестройеры. Мы заходим в клосс к трэшеру. Ловим. Поинт есть. Сеточка есть. Убиваем. Не без разницы, успел бы он кинуть скребок или нет. Он не успел. Я убиваю любую цель. Хоть клозовую, хоть катера. Неважно. За 2 цикла нейтриков он полностью будет пустой, и я смогу оттопить и орбитить на том расстоянии, на котором мне нужно. Он пулеметный, до меня не дотягивается. Это изи килл для меня. Здесь был кондор, не стала записывать. Подошел Алгас, я включила на запись. Убиваю. Стрелять он не может, держать тоже. Ну, как вы видите, действительно без разницы, хоть клозовый шип, хоть катер. В общем, это имба. Sentinel — это просто мини-курса. Кондор вообще просто всхлопнулся у меня. Ну, яйка у него стоит, если сейчас не улетит, то убьем и его. Так, Алгас готов. Яйка. На подскане больше никого нет. Пока. Забираю дронов. Империал Navy Slicer. Сейчас посмотрим, как он будет кайтить. Он достаточно далеко. Т-400, Т-500. Так, на ближнем никого. Ну же, давай ближе. Топим, топим. Мониторим ближний подскан. Нейтрики есть, поинт есть, сеточка, убиваем. Как видите, нейтрики работают супер быстро. Держать он уже не может, стрелять он не может. Это просто имба-фрегат какой-то. Никакой джамп даже не сравнится с ним. Давайте по орбите. Капа. На ближнем больше никого нет. Семьдесят семь ДПС.
Вполне достаточно. Готов. Yeah.